он обнимает обезьянку эту. Дилан, повернись сюда. Я тебя сфоткаю. Ай, Дилан, приколист. Все. Дилан пристал к обезьяне и пошел за обезьяной следом. Куда только не идет, Дилан как хвостик за ней. Вон, Дилан, смотри. Смотри, Доминика, Дилан обезьяну обнимает. И показывал, что давай пойдем со мной на горки. Ну что, Дилан? Познакомился с обезьянкой. Дилан взял игрушку, пошел обезьяне показывать походу. Дилан нашел себе нового друга. Все, обезьяна уходит. Дилан, кто это? Не, вот это кто? Халк. Халк. О, как он умеет. Там были конфеты? И ты их все съел, да? Да. Ай-яй-яй, ты сладкоежка? Дилан, ты сладкоежка? Нету ничего. Ага. Открывается голова Халка, и там должны были быть конфетки. А Дилан уже схомячил все. Принялся теперь за чипсы. Ну, куда пойдем наверх с тобой? Ну, пошли наверх. Туда. Аккуратно. Сколько тут детей много, да? Идем. Иди, иди. Иду. Ой, Дилан, там я не полезу. Думаешь, лезть мне здесь? О май гад. Ой. Ой-ой-ой. Иду, иду. Я лезу к тебе. Вот лезу здесь. Ну все, я вылезла. Пойдем дальше. Так, здесь. Так, Дилан там уже.
Вот, Дилан меня ждет. Сейчас поедем с горки с тобой, да? Ну, едь. Да. Ей! Вот на такой штуке Дилан поехал. Такие вот здесь железные штуки, они крутятся. Мальчик поехал. А сейчас я поеду. Ой, нифига себе, какой массаж. Обалдеть. Так, здесь даже есть футбольная Коля мини. Так, а где раньше был здесь кидать мячик такой, как баскетбольное кольцо? Ну, нету больше. Убрали. Остались только ворота. Оп! Вау, ты попал. Молодец. Сейчас не попал. Вот такое тут поле. Таким детям, как Дилан, здесь прикольно в фанки-манки побегать, да? И новых друзей можно завести. И поиграться разные. Тут приколы есть. Кидай мне, я на воротах. Давай. О! Ты уина? Окей. Но. Кидай. Ей, почти! Дилан на Титанике! Да? Не надо паники, я на Титанике. Careful! Аккуратно! И что ты вытворяешь? Дилан, что ты творишь? Да? Fall down. Ты специально так делаешь. Вижу. Аккуратно. Вот, Дилан нажал кнопку, и кораблик поплыл. Начал двигаться. Прикольно. Такая еще музыка там включена, типа. Такая естественная, типа, плывет корабль. Прикольно придумали, да, здесь фанки-манки. Куда плывешь, Дилан? Штурман, надо смотреть вперед, куда плывешь.